Наконец-то я добрался до карьера. Вот он такой. Это бывший карьер. Сейчас его засыпают шлаком. По одной из версий, здесь повышенная радиация, поэтому его бросили разрабатывать после 50-х годов. Но мы это проверим сейчас. У меня счетчик Гейгера. Так, и здесь у меня видно, ну, 15-0-16 микрозиверта. И вот это по сути дела ни о чем. Такие показатели. То есть сам шлак, он не фонит здесь. Вот он уходит туда, отсыпь, и в ту сторону. То есть будем искать коренные породы, которые, возможно, фонят. И как раз проверим. Здесь же есть остатки древней флоры и фауны. Тоже посмотрим на это. Дозиметр также спокоен. Чуть поднялся на пригорок, и вот он, бывший карьер, засыпанный шлаком. А наша дорога идет вон туда, вон. Сейчас туда пройдемся, поглядим. Хотя вот здесь вот, недалеко, есть выходы коренных пород. Чуть-чуть поднялся, еще выше. И вот через заросли иван-чая открывается сам створ, скажем так, карьера. Сейчас спустимся и поглядим, что у нас там. Может быть, там в корневых породах, в коренных, и есть отложение моллюсков и всего прочего. Идем смотрим. И вот уже на месте почти. Так, сейчас подойдем поближе к коренной породе и ее оглядим и промерим счетчиком Гейгера. А здесь вот тенек. Здесь, я думаю, будем смотреть. Вот эти вот осадочные породы. Вот они в каком виде. Так, и среди них, если хорошо приглядеться, тут нет никакой радиации. Вот она, 0,16. А в самом камне вот они, следы ракушек. Вот он, ракушечник. Он везде здесь. Вот он. Отпечатки древних форм жизни. Здесь мы и будем лазить, смотреть, откалывать. Первый коралл, судя по всему. Вот он, окаменелость наша. А также буквально несколько минут назад мне выпала вот такая штука. Молоток положу. Тоже ракушка. Вот она. Сейчас буду выбивать вот этот вот коралл и смотреть, может быть, где-то еще что-то. Хотя я уже тут вижу в стенке кое-что интересное. Ну, будем искать. У нас счетчик Гейгера показывает. А счетчик Гейгера у нас показывает 0,15 микрозиверт в час. И падает радиационный фон. То есть здесь, по сути дела, нет ничего. Вот еще кусок коралла, кстати. Ну, какие-то, может, беспозвоночные формы жизни. Сейчас будем все выдавливать и смотреть. 14,014. Так. Вот. Вот она красивая какая. Вот она. Так, это пока сюда положим. Так вот. Будем дальше выбивать. Угу. Угу. Так, что-то есть, что-то движется. А что движется, понять не могу. Оп, отскочил кусочек. Но тем не менее, почти составляется. О, вот он. Вот у нас прям крупным планом окаменелости. И вот они прям из скалы выходят, вот они.
немножко отличается по цвету. Я думаю, вам туда вниз пойдем, там еще поищем. Нашел интересный образец. Вот он такой. Сейчас его положу. Оп. Чтобы интереснее было. Так вот. Вот он. Какой. Так, интересная форма вырисовывается. Вот она. Вот так вот. Как будто какой-то головастик. Ну-ка, сейчас попробуем его отбить. И тут скопление мелких. Ну-ка. Может быть, хоть что-то останется хорошее. Тут, ну да, куча, прям скопление их. Они все мелкие. Тут тоже скопление. Сейчас попробую вот эту отбить. Угу. Отходит. Вот они. Включение у нас. Вот, включение. Вот, это все они. Вон их сколько. Целая куча. А вот здесь вот были ракушки. Сейчас ползаем по этому глиняному склону и ищем их. Да, как видит око, да зуб не имет. Порода настолько прочная, что разрушается вместе с ракушечником. Но какие здесь отложения все-таки красивые. Да, тут и улитки, и кораллы, и все здесь есть. Но выколотить с этой породы нереально. Оно просто разламывается. В поисках окаменелости приходится почти вертикальные стенки преодолевать и лезть в такие вот дебри. Ага, вижу. Тут еще кусты с шипами. Вообще сказка. Поднялся на самый верх. Почти по отвесному склону. И здесь у нас все те же 0,16 микрозиверта в час. Ничего не меняется. Сейчас пройдусь вон туда вон. И поглядим, что там у нас со склона. Охереть. В общем, я не матерюсь на своем канале. Но то, что я здесь вижу. Да, на этой осыпи еще нога. Ни одного сталкера не ступал. Вот они какие красивые. Вот они. И это все ракушечник. Он здесь. Вот он. Здесь каждая. Вот это вот. Это ракушечник. Издали увидел. Ну и крупным планом. Вот они, красавицы. Ракушечки. Ой, красота какая. Их здесь сотни. Если не тысячи. Какие красивые. Но сюда добраться стоило того. Сейчас попробуем что-нибудь. Так, странно, я вообще здесь ничего не вижу в камнях. Такое ощущение, как будто это вообще пустые. Облазил
весь этот склон, даже тот, километра полтора-два набегал по кручам, по этим горным, наковырял килограмм 10 окаменелостей. Домой приеду, немножко их пересортирую, почищу. Вот здесь, да, в основном были окаменелости хорошие. Но все, они уже в таком плотной породе. Примерно как там, так же. Начинаешь выбивать, просто трещина идет и раскалывается. В общем, где бы я ни был, дозиметр был со мной. То, что здесь превышенный радиационный фон, это полная чушь. Максимум 0,17 микрозиверта. Это почти в два раза меньше допустимого порога. Он у меня стоял на 0,30 заряженный. 0,30, если бы хоть где-то был порог, то тут же бы сигнализатор бы оповестил меня о превышении фона. Здесь нигде нет радиации. Ну а теперь обратно.